Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Скажи, Олег, что ты знаешь об русской русалке? Но то же, что и все. Ее не существует, так значит, ты ее все-таки нашел. Русалку ищите! Тихо здесь сиди, не высовывайся! Я не прошу вас искать убийцу. Тогда что? Я прошу вас найти русалку. За последний год 5 ограблений с промежутком в 2-3 месяца. И 5 жертв. Будешь? Ну, держи. Огнестрелы, всех застрелили из Макарова. Ничего ценного не пропало. Стой! Стой! А где ствол? Пока не нашли. Там ила 1.5 метра. Ну чё, так и записывай. Ага. Пишите. Пистолет не найден. Сегодня сотрудникам полиции удалось обезвредить банду налетчиков, грабивших ювелирные магазины. При задержании машина преступников упала в реку и утонула. Все трое членов банды погибли. Теперь к другим новостям. Сегодня в Москве стартовала неделя российского интернета. Ежегодная конференция для интернет-специалистов и простых пользователей. Ты совсем не спала? Нет, я не могла уснуть. Нужно было просто принять снотворное. Да, но оно уже не помогает. Ты принимала. Скоро это уже все закончится. Слушаю вас. Да. Да. А я дам трубочку Леониду Юрьевичу. Да. Да. Конечно. Я под... Да, буду. Буду. Хорошо. Кто это? Следователь. Теперь они просят подъехать на опознание в морг. Лёнь, держись. Давай, нюхай, нюхай. Вперед. Фас. Буся. Так, Серег, ты бы лучше он кофе ее научил приносить. Все больше пользы было бы. А что? Учится только. Да, Бабкин слушает. Рыков звонит. Так, слушай, есть какие-нибудь новости по нашему делу? Котик, так. Блин. А? В морге 3 налетчиков. Да? А? Так. Грабанули антикварный магазин. Что? Продавца застрелили из Макарова. А что свидетель? Ага. Одного из нападавших свидетель опознал. Тот по делу Зильберта. Спроси фамилию свидетеля. Слушай, а фамилия свидетеля? Невинный. Невинный. Чё, подожди, подожди. Невинный. Ну, подожди, еще про машину спроси. Слушай, Лех, что там с машиной? Ага. В реке? Так, понятно, понятно. А фургон, ну, на котором они уехали с места преступления? Так, понятно. Ух ты. Ладно, я понял. Все, твой должник. Чего там? Фургон нашли в лесу. Они бросили его за кольцом. Подожди, а вот эту Белову, которую в фургоне застрелили, ну, работница садоводческой компании? Так вот, ни Беловой, ни крови в фургоне не обнаружено. Интересно. А невинный говорит, что видел, как Белову застрелили в фургоне. Но ни крови, ни тела нет. Интересно. Или не все видел, или врет. Сан Саныч. Сан Саныч. Сан Саныч.
Ну, наконец-то. И суток не прошло. Извините, тут заперто было. Заперто было? Я же не знал, что вы здесь. Вы должны каждые 3 часа обходить это здание. А вы что? Ну, мы там стоим, у нас там ведь стоим, там пост. Вы стоите. Вы стоите. Извините, пожалуйста. Я, по вашей милости, должен был всю ночь провести в клозете. Извините. И у вас ни черта не работает? Безобразие какое-то. Не нужно терпеть уже просто. Не работает. А? Не работает. По техническим причинам лифт не работает? Ну... Я вас уволю. Ну, вот. А я-то здесь при чем? Двое работников вашего института, Зильберт и Ланской, были убиты при ограблении. Да. Может быть, их что-то могло объединять, не знаете? Ничего их не могло объединять. У них не было ничего общего. Абсолютно ничего. И Зильберт занимался дохристианскими культами, а Ланской – антропологическими исследованиями. Абсолютно ничего. Понятно. Значит, работа Ланского тоже никак не связана с русалкой. Абсолютно никак, абсолютно. К тому же, антропологи не занимаются мифологическими исследованиями. Простите, что не смог вам помочь. Может быть, в дневнике Зильберта было что-то существенное, но он пропал. Он не пропал. Его украли у вас из институтских. Да? Я так понимаю, дверь была открыта? Конечно. Понятно. А, вот еще. Вочин Олег Борисович, друг покойного Зильберта, рассказал мне, что если бы русалка существовала, то Зильберту стоило опасаться не грабителей, а своих коллег. Особенно тех, кто построил свою карьеру на развенчании мифа о русалке. Я так понимаю, он это имел в виду? Можно? Ну, я не знаю, что имел в виду. Вочин об этом лучше его спросить. А вот что касается... А Боленского после этой книги его карьера действительно пошла вверх. Угу. Его стали приглашать за границу. 2 раза он ездил в Лондон с лекциями, семинарами. Кстати, сейчас готовится 2-е издание этой книги. Так, то есть получается, если русалка не миф, то на карьере Боленского можно поставить крест. Ну, во всяком случае, в Лондон его точно уже не пригласят. Ну, уже кое-что. А, еще один вопрос. А жена Боленского, она как-то связана с институтом? Сейчас уже нет. Раньше она была ассистенткой Боленского. Понятно. Тупик. Врет она все, Серег. Кто? Жена Боленского. Врет и боится. Что ты взял-то? А ты думаешь, смотри, на чем Оболенский карьеру сделал? На том, что развенчал миф о русалке. Откуда ты думаешь, все эти гранты, поездки, признания? Пока русалка является мифом, все это у них есть. Если узнают, что русалка существует, они потеряют все, Серег. Подожди, ты думаешь, что Оболенский имеет отношение к убийству Зильберта? Да я уверен, что имеет. И он, и жена его, и ассистент этот. Да, но у Оболенского алиби, он был в самолете. Действительно. Но жена-то не была. И ассистент, кстати, тоже. Машина мне, подожди. Операция «Буря и натиск»? Типа того. Так. Вообще ничего не понимаю. Да стойте же! Так. Комната вашего ассистента наверху? Да погодите же, ну, я его позову. Нет, это нормально вообще? Куда вы? Это. Так. Что вы делаете?
ты. Значит, здесь вы книжки редактировали? Это моя спальня. Выйдите отсюда немедленно. Так, кто это сделал? Кто это сделал? Кто убил Зильберта? Кто? Вы, ваш любовник, ваш муж, кто это сделал? Где русалка? Я спрашиваю, кто это сделал? Стоять, не двигаться! Я сказал стоять! Сейчас только двинься. Леня, ты где взял пистолет? А у твоего мужа в сейфе. Зачем? Я услышал, что ты кричала, думал, что он вернулся. Ты цела? И что он тебя хочет? Ничего, почему? Ничего, тихо. Я просто хотел поговорить. Я сказал стоять и не двигаться. Не двигаюсь. Я сказал. Все, тихо, тихо. Ух ты, Макаров. Что и требовалось доказать. Из этого ствола ты убил Зильберта, а? Послушайте, я все объясню. Заткнись. Я тебя спрашиваю. Убил из этого ствола водителя Белову, а? Он никого не убивал, он был здесь, со мной. Пошел, пошел со мной. Пошел со мной. Где моя машина? Где? Где моя машина? Цвет, марка, где? Где она? Где? Я не вижу никакой машины. Правильно, потому что отсюда ни черта не видно. Вы просто дали ложные показания. Да ему пришлось это сделать. Я испугалась. Если муж узнает о нас, он убьет его. Вы не представляете, что это за человек. Нам пришлось сказать неправду. До утра Леня был в моей постели. Муж уехал в аэропорт, а мы услышали выстрел. Леня побежал вниз, вызвал полицию, все. Потом нам позвонили и сказали, что мы должны приехать на опознание. Что нам оставалось? Послушайте, мне на самом деле вообще все равно, кто спит в вашей постели. Мне просто нужно знать, где русалка. Какая русалка? Вот откуда в тебе столько шерсти, а? Я не понимаю, но вот какого черта надо было врать, что он видел, как стреляли в водителя и в Белову? Не, сказал бы просто, сидел в туалете. Вот оттуда все равно ничего не видно. Серег, да пойми, я думал просто с перепугу. Растерялись и начали врать с трикороба. Угу. Понимаешь? А потом уже поздно менять показания. Дело в том, что Аболенская до смерти боится своего мужа. Я думаю, поэтому все и произошло. А я думал, ты, Илюшин, джентльмен. А ты прям к малознакомой даме. Прямиком в спальню. Ну да. Не очень красиво, конечно, получилось. Конечно, некрасиво. Там целая любовная драма. Слышь, Макар? А он правда в очках и в этом? В халате на сцену вышел. Серег, он даже очки не надел. Представляешь, может, поэтому, кстати, я до сих пор жив. Так, ты мне расскажи, что мы имеем. Что мы имеем? Да ничего мы не имеем. Секретарь Аболенского опознал черт знает кого. Да. Ну что, давай, иди погуляй. Слушай, ну ты поаккуратнее. Что, подружились уже? В общем, дело надо начинать с нуля. Так, у нас 5 ограблений и 5 трупов. Да, которые непонятно как между собой связаны. И еще Белова. Которая тоже непонятно, то ли жива, то ли нет. Да найдем ее. Вот и ищи, Сережа, ищи. Найдем Белова, выйдем на реальных грабителей и найдем русалку. Кстати, я пока займусь жертвами ограблений. Макар, ты забыл? Белова у нас около года проработала. Говорят, вы дружили? Да нет, мы не то чтобы дружили, просто вместе с работы домой ездили часто. Вот, но я ее несколько раз в гости приглашала. А она вас? Не, она нет. Она снимала комнату у какой-то бабульки, которая не разрешала гостей приглашать. Так, а Белова не местная? У нее муж откуда-то из Подмосковья. Ага, адрес не знаете? Не, она мне не говорила. Они разошлись давно, он пил сильно. Ну, может быть, родственники есть? Не слышали ничего? Я знаю, что она откуда-то из Ярославской области. Из Ярославской разве? Угу. А в паспорте место прописки Челябинска указано. А, у нее отец военный был, он там служил. Вот, а так они откуда-то из-под Ярославля. Я не помню название деревни. Она туда на Пасху собиралась матери на могиле крест обновить. Но у нас весной грипп был, и она очень сильно заболела и не поехала, и по этому поводу переживала. Угу. Что-то еще? А? Нет, все. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Вот папины книги. Все здесь. Смотрите, выбирайте. Угу. Ух ты. После убийства папы все осталось так же, я ничего не трогала. Надо же, прям с автографом. А что вы ищете? Вы меня, конечно, извините, вы, наверное, подумали, что я покупатель. Дело в том, что я занимаюсь расследованием убийства человека по фамилии Зильберт. Меня зовут Макар Илюшин, вот мое удостоверение. Никогда о таком не слышала. Понимаете, он погиб при таких же обстоятельствах, как и ваш отец. Тоже при ограблении. Скажите, вот эта фотография... Это ваш отец? Да. Вот он с краю. А вот это и есть тот самый Зильберт. А вы не подскажете, где сделана эта фотография? В Рыбинске. Папа там был в экспедиции. Понятно. А может быть, знаете кого-нибудь еще из его друзей? Это Акимов. Он работал с папой. Ага. Это Фролов. Фролов. А остальных не знаю. Фролов. Эдуард Алексеевич. Да. Понятно. Вы мне извините, у меня к вам будет еще одна просьба. Я не мог бы взять эту фотографию ненадолго. Я понимаю, как она вам дорога, но я обещаю ее вернуть под мою ответственность. Берите, конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Серега! Серег, слушай, что я выяснил. Смотри. Сережа! Серег! Тихо, 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 тихо. Ты не уйдешь, что ли? Так, смотри, все они здесь. Туда, туда смотри. Давай, Сереж, просыпайся. Кто они? Зильберт, Ланской, Осипов, Фролов и Акимов. Пять человек, которые погибли от рук грабителей. И объединяло их следующее. Все вместе они ездили в экспедицию в Рыбинск, и через 10 лет их всех кто-то поубивал. Что за экспедиция? Смотри, я целый день общался с родственниками, знакомыми. Подробностей никто не помнит. Обычная штатная экспедиция по приглашению краеведческого музея. Ага, интересно, а что они в этой экспедиции нашли? Что их всех перебивали? Вдова Фролова рассказала мне, что покойный муж упоминал какую-то русалку. Все. А что конкретного? Не помнит. Неудивительно, 10 лет прошло. Извини, совсем забыл. Алло, здравствуйте. Это Илюшин. Как вы говорите, Рыбинск? Да, в Рыбинск. Нет, не припоминаю, нет. Странно. Простите, а в каком году это было? 10 лет назад. А, да, 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 да. Экспедиция. Да, я помню, да. Была как раз такая, да, была. Сборная экспедиция была, да, по приглашению краеведческого местного музея, да. Ага. Угу. Ну, я-то вряд ли вам смогу чем-то помочь, вам лучше расспросить Олега Борисовича Вотчина. Понятно. Он как раз был в составе этой экспедиции и ездил в Рыбинск, да? Хорошо. Угу. Спасибо. Не за что, пожалуйста. Угу. До свидания. До свидания. А, извините. Да, слушаю. Да, Макар. Помню, помню, разумеется. Чего вы хотите? Да, я был в Рыбинске 10 лет назад. Помню эту фотографию. Я сам снимал. Послушайте, Макар, мне сейчас не совсем удобно говорить. Мы могли бы встретиться завтра с вами утром, и я бы рассказал вам все, что вспомню. Хорошо. Договорились. Спасибо. Это по поводу моего погибшего друга. Да нет, ну что вы, не извиняйтесь. Выпейте. Нет, спасибо. Скажите, Катерина, как ваша желанница? Вы даже не представляете, как я вам благодарна. Ну, мне-то за что я ничего не сделал. Скажите, Катерин, может быть, у вас есть еще какие-нибудь желания? Вы только скажите. Ну так что?
есть еще желание? Ну, если честно, то да. Есть одно очень важное. Только скажите, и я сделаю все, что вы захотите. Простите, я не могу. Ничего. Еще вернется. У нас свет вырубили! Серег, ты скажи, ты про Белову что-нибудь выяснил? Да не очень много. На работе она особо ни с кем не общалась. Хозяйка квартиры тоже о ней мало что может сказать. Да, кстати, Белова до самого замужества жила в деревне Омуты Ярославской области, но оттуда родом ее родители. Так вот. И что самое интересное, эта деревушка находится в 20 километрах от Рыбинска, куда наши покойные, в том числе и Зильберт, ездили в экспедицию. Нет, это, конечно, может быть совпадение. А может и нет. В общем, так, Серег. Ты поезжаешь завтра к Вотчину, угу. Разузнай по поводу экспедиции. Он, оказывается, там тоже был, просто на фотографии его нет. Угу. А ты куда? В Рыбинск, Сереж. Доброе утро. Хмурое утро. Пивом напротив торгуют. А, я по другому поводу. Мне бы с кем-нибудь из руководства пообщаться. По какому вопросу? Меня зовут Макар Илюшин. Я занимаюсь частным расследованием. У вас в 2003 году приезжала экспедиция ученых. Может быть, знаете, зачем приезжали, чем занимались? А, это тебе нужно с Аидой Степанной, с директором нашим. Только насчет пива не говори ничего, у нас с этим строго. Понял. Особенно после того, как музей ограбили. Музей ограбили? Ну да, вломились ночью. Николаевичу, это напарник мой, по голове дали. А что украли? Ничего не украли. Как? Вообще ничего не взяли? Ну почему? Пропали командировочные отчеты. Командировочные отчеты. Аида Степановна, доброе утро. Вот тут. Здравствуй, Павлович. Гражданин интересуется по научному вопросу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Макар Илюшин. Я занимаюсь частным расследованием. Очень приятно. У вас в 2003 году была экспедиция ученых. Вот эти люди. Может быть, вспомните, зачем они сюда приезжали? А, ну как же помню. У них грант от министерства был. Почти месяц здесь пробыли. Сначала в городе, потом в Омуты поехали. В Омуты поехали? Ну да, там же русалки. Русалки? Да. Грант был в том числе и на изучение русалок. А русалки у нас только в Омутах, это всем известно. А, ну да. Ну что ж, спасибо. Пожалуйста. Русалки. Сигнализация не была включена, следов взлома нет. Судя по всему, убийцу впустил сам. Понятно. В затылочной области глубокая рана могла быть нанесена тупым предметом с острым краем. Понятно, заберите его на экспертизу. Угу. Слушайте, кто-нибудь собаку заберет отсюда? Я прошу, уберите собаку, пожалуйста.
скажите доктору, отчет нужен к вечеру. Край завтра утром. Угу. А что случилось? Так, вы у нас кто? Барышня, вы покойного знали? Да. Пройдемте. Пройдемте. Викулова Екатерина Михайловна. Паспорт можно ваш? Спасибо. Место жительства Ростовская область. Угу. Все хорошо, не бойся, я рядом. В Москве. Где проживаете? В соседней квартире. Регистрацию вашу можно? У меня пока нет, я просто поступаю, у меня нет времени ее сделать. Регистрацию надо оформить. Постарайтесь найти время. Учитесь, работаете. Поступаю. Не работаете? Пока нет. Покойного близко знали? Ну, я помогала ему по дому, я гуляла с собакой, и он за это мне платил. То есть в квартире вы бывали? Да. Когда вы виделись последний раз? Вчера вечером я так же, как и обычно, гуляла с собакой. Потом я пришла, Олег Борисович предложил попить чаю. Мы выпили вместе чай, и я пошла домой спать. Ничего подозрительного не видели, не слышали? Нет. Кто-то ваши слова может подтвердить? Нет, я живу одна. Катерина Михайловна, посмотрите, пожалуйста, может, что-то пропало из комнаты или что-то лежит на месте? Русалка. Русалка? Да, она вчера лежала на столе. А теперь ее нет. А вы уверены, что она там была? Что это за русалка? Извините, добрый день. И вам доброго дня. Приезжий? Да, скажите, а что это у вас за процессия? Местное суеверие. У нас верят, что на Троице русалки на берег выходят. Вот как. А что это за рубахи? Для русалок, чтобы задобрить их. Когда будут известны результаты экспертизы? Ну, постараемся как можно быстрее. До свидания. А собаку? А что? Собаку не заберете с собой? А, ну да, вы правы, надо ее забрать, потому что она будет плакать одна. Пусть пока у меня поживет. Да, и главное, в ближайшее время не уезжайте из Москвы. Хорошо. Вы в гости к кому или по делу к нам? Вы случайно не слыхали, когда-то у вас здесь жила такая Зинаида Белова? Нет, не знаю такую. Нет. Вам к Петухову надо. Петухов участковый наш. Давайте я вам помогу. Меня, кстати, Макар зовут. Наталья. Очень приятно. Проходите, я сейчас чаю поставлю. Спасибо, чайку было бы очень кстати. Остановились вы где? Пока нигде, только приехал. У нас можно, у нас часто останавливаются. Дом большой, места хватит. А летом и в бане спать можно. Спасибо. Привет, я Макар. Танюш, ты проходи в дом. Она не разговаривает у нас. Ага. Доктор говорит от испуга. Вы проходите, проходите. Добрый день. Простите, пожалуйста, меня задержала полиция. А мы вас уже и не ждали, Викулова. А за что вы задержала полицию, если не секрет?
Не за отсутствие регистрации? А это что? Это что? Это ваше? Нет, это не мое. Ой, откуда в офисе собака? Я принесла. Нет, давайте я сейчас сяду и буду рассчитывать ваш НДФЛ. А вот квартальный отчет кто будет делать? Хорошо, хорошо, я сама все сделаю. Вот и делайте, дурдом. Ой, откуда у нас собачка? Мы как раз пытаемся выяснить. Это моего соседа. Прекрасно. И поэтому вы принесли ее в офис, Викулова? Алла Борисовна, с ним случилось несчастье. Мне просто не с кем было ее оставить. И вы решили осчастливить нас. Это всего на один день. А, ну а что? Хорошенькая собачка. Кому она помешает? На, на, держи печеньку. Ой, укусила. Она даже с виду такая славная. Да, ну что ты наделала, а? Зачем ты укусила? Да что за день такой сегодня? На меня все нападают. Подожди, у меня где-то был йод. Не нужно мне никакого йода, мне ничего не нужно. Ну. Слушай, прости, пожалуйста, Антон, это вообще не кусается. Это, видимо, у нее стресс. Да не, все нормально. Просто, просто не мой день. Просто первый день лунного затмения. Какого еще затмения? Лунного. Мне просто луна седьмым домом управляет, поэтому все наперекосяк. Видишь, у тебя тоже. Все, не слава богу. Да, это точно. Знаешь что? Нужно пойти и съесть по пирожному. Тут недалеко. После работы можно пойти. Есть хорошая кофейня. Знаешь, я заметила, когда жизнь дрянь, нужно пойти и съесть пирожное. Это ты тоже в гороскопе вычитала? Нет. Нет, Кать. Жизненный опыт. Ну вот, твоя собака еще горшок с орхидеей разбила. Но это совсем за гранью добра и зла. Ну, я сейчас совсем с ума сошла. Так, дамы. Да. Дамы, что происходит? А это ты у Викуловой спроси. Ну, собака все перевернула, но я сейчас все быстро уберу. Давайте быстрее. Давай, давай, убирай. И поскорее, у нас клиентов полно. Таня тогда маленькая была, мы с ребятишками пошли на озеро купаться. Как раз на Троицу. А говорят, на Троице купаться нельзя. Ага, спасибо большое. А почему нельзя? Русалка на дно утащит. А, ну да. Танюш, иди в свою комнату. Таня вроде бы все время на виду была, а потом смотрю, ее нет. Я туда-сюда слышу, ребятишки кричат: «Таня утонула, Таня утонула». Я в воду. Мужики прибежали, вытащили ее, она синяя вся. Я трясти ее в слезы. Тут бабка Карпова прибежала. Не знаю, как без нее бы справились. С тех пор Таня не разговаривает. Вы мне извините, конечно, я понимаю, вам, наверное, тяжело говорить. Ой, да, ничего. Жива Таня-то. А что не разговаривает, так ладно, я ее и без слов пойму. Вы ешьте, ешьте. Спасибо огромное, я уже, честно, объелся. Какая интересная вещица. Кто-то из местных резал? Да, это Коля Столяр. Все русалок резал. Вы подождите, я пойду птицу покормлю и вас к Петухову провожу, хорошо? Хорошо. Угу, спасибо. Вы что-то хотели? Да, я хотела сказать спасибо за то, что вы разрешили оставить собаку. Да не за что. Это ненадолго, всего на один день. Я постараюсь ее сегодня куда-нибудь пристроить, так что вы не переживайте, Алексей Иванович. Я и не переживаю. А еще простите за цветок. За какой цветок? Ну, Антонетта разбила горшок с орхидеей. Какая Антонетта? Ну, собака.
переживайте, я завтра куплю новый. Но она же случайно. Догадываюсь, что ненарочно. Знаете, Катерина, у меня тоже была собака. Правда, не с таким диким именем, да, и немножко покрупнее. И она тоже никогда не била цветы нарочно. Отличный кофе варить, Катерина. Да это не я, это же кофеварка. Ну, я пойду. Спортом заниматься. Разрешите. Здрасте. Здравствуйте. Мне тут встреча с отчиной была назначена. Считайте, что эта встреча отменилась. Да уж вижу. А, с Илюшиным работаете, правильно понимаю? Да. Ну чего, ребят, спасибо. Хорошо работаете. Угу. Мне с утра Илюшин звонил, говорит, что свидетель по делу Зильберта дал ложные показания. Черт бы его взял. А теперь вот еще один эпизод. Ограбление, огнестрел, все то же самое? Не, по башке дали, ничего не взяли. Угу. Кроме русалки. Какой русалки? Свидетельница говорит, русалка пропала. Маленькая деревянная, магический артефакт. Какой артефакт? Магический. Добрый день. Простите, Петухов, это вы? Да, я. Правильно говорите. Зачем это я вам понадобился? Я ищу Зинаиду Белову. А, Белова. Рыба воняет, да? Тут всюду рыба. Значит, Белову, говорите. Да, Белову. У вас есть какие-нибудь сведения о ней? Не, никаких сведений у меня о Беловой нет. Но если вы что-то хотите узнать, так спросите прямо у нее. Вот как. А как я могу ее найти? А что ей искать? Она на озере у Карповой на рыбхозяйстве. Это отсюда километра 3 за деревню. Понятно. А еще один вопросик. А давно она уже здесь? Дня 2, наверное. Я к Карповой за угрями заезжал во вторник. Да, кажется, во вторник. Ага. Вот, у меня свояк приехал из города. Он этих угрей под водочку уважает. Понятно. Ну вот, смотрю, там Белова чемодан распаковывает. Я думал, так на выходные приехала, там могилку матери навестить. Она говорит, нет, вернуться решила. Что-то у них там в Москве не заладилось, не знаю. Понятно. Значит, еще раз, как мне туда проехать? А вот по дороге в сторону озера 3 километра. Спасибо. И что, полиция? Подозревает кого-нибудь? Нет, они сказали только, что Олег Борисович убит и что русалка пропала. Кошмар и ужас. Ты знаешь что? Я тебя к своей тетке отведу. Она тебе все скажет. Что скажет? Все. Подожди, а что это за тетка такая? Короче, есть у меня одна тетка, экстрасенс. Предсказывает будущее и все такое. И что, она тебе помогла? Конечно. Как ты думаешь, я главбухом стала? Вечер. Так, давайте помогу. Благодарствую. Я уж сама управлюсь. Почитай уж 11-й год, как Сашенька мой пропал без помощников. Живу. Я привыкше. Ты из города? Из города. Я ищу Зинаиду Белову. А Зинаид тебе зачем? Она свидетель. Она свидетель убийства. Ой. Убили, говоришь. Вот она, Москва-то ваша. Зинаида! Зинаида! Тут к тебе с Москвы, с полиции!
Да где ящик-то? Ой, вот тут была в сарайке. Она, наверное, в деревню пошла. Так ты я это здесь-то подожди, когда она вернется. Ой. Подождите. Подождите. Да подождите вы. Что за место? Зинаида? Зина! Зина! Зина, подожди, Зина! Зина, успокойся! Пустите меня! Вы же видели, как убили Зильберта? Послушайте! Я ничего не знаю! Послушайте, пустите. Вы же... Почему вы остались живы? Почему? Вы видели, как его убили? Вы не понимаете! Я не могу сказать! Они убьют меня! Кто они? Кто они? Скажи мне, пожалуйста, кто они? Они с детства такие были! Нелюди! И рыжие, и эти двое! Да мне это каждую ночь снится! Как он лежит и кровь! Я и Бога просила, чтоб он этих извергов наказал! И свечки за упокой ставила, а все равно, как глаза закрою, вижу! Все, успокойся! Все, успокойся! Я хотела все рассказать, успокойся. Но ведь они придут со мной! Успокойся! Успокойся! А если не скажешь, как жить? Я буду рядом! Я буду рядом! Послушай, успокойся! Успокойся! Я рядом! Я скажу! Я не могу так! Не скажу! Успокойся, завтра утром поговорим. Хорошо. Человека в Москве убили. Теть Клав. А я видела, как убивали-то. И не сказала. Испугалась. Думала, я не скажу. Бог этих душегубов все равно накажет. Бог, он все видит. Во-во. И я вот так вот все плакала, плакала ночами-то. Как Сашу-то своего ждала, плакала. Но ты пей, пей. Тут и это, мята, мелисса. Успокойся ты. Расскажи-ка мне. Расскажи, как все это было. Да все из-за русалки этой, будь она неладна. Я ведь думала, врут люди. А люди-то не врут. Есть она. Александр Вильяминович, хорошо, что вас застал. Целый день не мог до вас дозвониться. Да у нас целый день было совещание по распределению грантов. Да-да-да-да. Все понятно. Вот. Вы можете попросить, чтобы как можно быстрее все это расшифровали? А где вы его нашли? Не я, полиция. В квартире покойного отчина. Не понимаю, а как он там оказался? А вы действительно не понимаете? Простите, а зачем Олег Борисовичу… Запирать вас в уборной, потом залез к вам в кабинет и вытащил из стола дневник. Вы знаете, все это мы выясним, когда шифруем записи. А сейчас у меня к вам очень большая личная просьба. Но вы можете сделать так, чтобы записи больше никуда не пропали, хорошо? Это ведь док, я лично расписался за все это и отвечаю за это. Ну и если что не так, то я сам себя подставлю и других людей. Конечно, я понимаю, конечно. Да, еще. У вас есть ксерокс? Ну, разумеется. Мы можем сделать копию? Естественно. Прошу прощения, а это возможно сделать сейчас? Сейчас? Да. Ох. Пойдемте. Прекрасно. Спасибо большое.